Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема здесь в том, что вы ждете человека. То есть вы себя определенным образом ущемляете, вы себя определенным образом ставите, ну, я вот думаю, не ошибусь, если скажу, что вы ставите себя не на первое место для себя, опять же, вот. И вы делая что-то для человека, например, ну вот для, например, вашего любимого человека, да, делая что-то для этого человека, вы, на мой взгляд, чего-то ждете от него. Ну, мне кажется, что... Мне кажется, что это так не работает. Вот. Мне кажется, что все-таки отношения с людьми, они складываются на том, что вам, к примеру, хочется делать для человека. Вот. И, в общем-то, здесь вы, на мой взгляд, ну, как раз-таки в эту сторону вы не двигаетесь, к сожалению. Вот. То есть мне кажется, что вот вы двигаетесь больше как-то вот в сторону зависимости от человека. Вы двигаетесь больше в сторону того, чтобы что-то ждать, чтобы чего-то ожидать от, ну, от партнера вашего. Понимаете? И мне думается, что вот главная проблема в этом, то, что ваш мужчина, например, он чувствует, что вы в нем нуждаетесь, к примеру, вот, он чувствует, что вам он нужен. Ну, а это не всегда приятно, к сожалению. Вот. Ну, я вижу этот момент примерно таким образом. И ответ на вопрос, что делать, да, он может быть только один. Это больше внимания уделять
себе, больше внимания уделять тому, что именно вам важно, а не кому-то там. Понимаете? Вот мне видится это так. Мне видится это с такой стороны. То есть вы не самодостаточны, к сожалению. Вот. Вам нужен мужчина, чтобы лучше себя чувствовать. И вы не можете себя занять ничем. Ну, получается. Такая история. Вот то, что я могу сказать вам здесь. Вот так, то есть поработать с самооценкой и больше внимания обратить на себя. А также это просто тем, как именно вас, например, задевает то, что мужчина не хочет проводить с вами время. Что вы о себе думаете? То есть как вы себя чувствуете и откуда это чувство? Вероятно, это чувство брошенности, вероятно, это какое-то такое вот чувство. И с этим нужно что-то делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.